За окном светит яркое весеннее солнце, а Нижегородскую консерваторию озарили детские улыбки. Традиционно детский абонемент музыкальной прогулки по городам и странам собирает в большом зале самых маленьких ценителей музыки. Музыкальный курьез или по ту сторону кулис. Именно так называлась четвертая встреча абонемента. В этот вечер дети услышали много интересных историй и анекдотов из жизни великих композиторов. В зале царила игровая атмосфера. Но все-таки главной причиной этой курьезной атмосферы стала музыка. Мы решили создать такую музыкальную программу, в которой звучала несерьезная музыка серьезных композиторов. Мы подумали, что серьезные композиторы могут шутить в этих несерьезных произведениях не хуже настоящих юмористов. И решили показать эти произведения с нашим слушателем. На этот раз дети стали не только слушателями. Вместе с профессиональными музыкантами в концерте принимал участие оркестр народных инструментов детской школы искусств номер 9 под руководством Ирины Шиляевой, а также солисты, учащиеся этой школы. Самые маленькие из них играли на музыкальных игрушках, свистульках, дудочках и трещотках. Игра 8 рук. То, что тут так артистично рассказывают, то есть говорят, а вы знаете? Да, анекдоты и всякие истории. Мы тут каждой шуткой смеемся. А еще тут очень хороший пианист. Мне свистулька понравилась, которая как птичка поет.